снова случилось? Теперь рядовой Касуки. Прошлой ночью он был в карауле у ворот. Никто ничего не слышал, а утром нашли его каску. И все. Ни следов, ни крови, ни гильз. Ничего. Некоторые думают, что это дело рук китайских партизан, а то и американцев. Слепое дурачье. Они понятия не имеют, что здесь происходит. Нас преследуют они. Древние демоны, не знающие покоя. Они обитают в древних руинах этого острова. Мы здесь пришлые, и они наблюдают за нами и выжидают. Эти обломки, руины, весь остров – одно большое кладбище. Рано или поздно они придут за нами. За каждым из нас. Императрица, здесь и сейчас, озаренный твоим божественным светом, я приношу эту клятву верности. Как первый штормовой страж и командующий войском, клянусь защищать земли Яматая и его народ до последнего вздоха. Клянусь преданно служить моей императрице до конца своих дней. Если случится так, что я не выполню свой долг, пусть смерть послужит мне карой. Отныне и навсегда сердце мое бьется по твоему приказу. Казалось бы, чего еще желать? Я жрица императрицы Солнца. Я возвышена над всеми придворными.
Меня обучают языкам, истории, военному искусству, этикету. Всему необходимому для правления страной. Императрица для меня как мать. Она ласковая и внимательная, даже любящая. Но что-то во всем этом не так. Мы будто разыгрываем чужие роли в неизвестной пьесе. Мне кажется, что некоторых жриц, а возможно и всех, терзают те же сомнения, что и меня. Что это? Почему это происходит? Чего мы все так боимся? Лара, скажи, что ты хочешь найти? Правда хочешь знать? Нет, но все равно ответь. Душа древней императрицы Солнца заперта в мертвом теле. Ее гнев – причина здешних бурь. Если мы уничтожим тело, бури прекратятся. Так, а зачем Матиосу Сэмми? Не знаю. И это хуже всего. Да, я понимаю, план безумный. Да, безумный. Но безумие все, что у нас осталось. Попробуем. Ладно. Пошли. Нет. Вы с Рейс будете сторожить главный вход, а я пойду за Сэмми. Пойдешь туда одна? Больше людей, выше шанс, что нас заметят. Вы нужны здесь. Убейте столько ублюдков, сколько сможете. Это будут не только братья Солнца, еще другие. Самураи, штормовые стражи. В общем, стреляйте во всех, кроме Сэмми и меня. Птенчик мой, мы не прощаемся. Я не прощаюсь. Мы тебя прикроем. Ставит новой императрицы. Это сделает тот, кто вернет ее нам. Ну, разумеется, разумеется. Я встречался с такими обычаями. Пора сорвать куш, Джеймс. Что он делает? Меня зовут Джеймс Уитмен. Я пришел к вам с миром и привел новую императрицу. О, нет. Императрицу! Как это по-японски? Вашу
все! Все еще охраняют свою императрицу.
что причина бурь – душа в разлагающемся теле. Я знаю, что он говорил о последней императрице Солнца, но не понимаю, при чем тут Пимика? Она была первой императрицей. Матиас считает, что Сэмми имеет к ней какое-то отношение. Мне это не нравится. Будь ты проклят, Уитман. Ради славы ты готов на все. Наверняка разгадка кроется в ритуальном зале, но как туда попасть? Штормовые стражи надежно его защищают. Но я должна это сделать. Хотя я очень боюсь того, что там увижу. Thank you.
Китайскому гончарному изделию тысячи лет. Оно попало сюда еще до основания Яматая? У нас не было шанса. Они ждали. Их были сотни. Мы не добрались до священного зала. Мы были обречены. Сейчас я жду, когда за мной придут мои предки. Я слышу их. Они поедают плоть моих товарищей, поглощают их души. Кругом смерть. Я остался последний. Что меня ждет? Та же участь? Предки, услышьте меня. Умоляю, избавьте меня от такой судьбы. Пока за мной не явились демоны, они, возьмите меня к себе, прошу. Дайте мне умереть спокойно. Видела похожие артефакты из Банчианга в Таиланде. Как же это попало на Яматай? Да. Я был вынужден это сделать. Лара не оставила мне выбора. Если бы только она умела играть по правилам, я бы обязательно включил ее в свои планы. Но ей не хватает жесткости. Это открытие станет только моим. Рубикон перейден. Как бы это ни было прискорбно, но она никогда уже не покинет этот остров. Никто из них не покинет остров. Ну, а что бы ни случилось с Сэмми, но это только привлечет внимание ко всей этой истории.
Не думаю, что Матиаса или его братство можно в чем-то убедить. Поэтому мне надо исчезнуть, как только закончится обряд. По-моему, я отлично подхожу на роль единственного выжившего, который вернется сюда с полицией, с камерами и достаточно скорбным выражением лица. Попасть туда.
я смогу, я перепрыгну. Императрица Солнца. Огненный обряд, выбор преемницы императрицы. Избранная жрица входит в монастырь. Она получает твою власть и становится новой императрицей. Так значит... Многие с радостью отдали душу за этот дар. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Сосуды. Она передает не власть, она передает душу. Все эти императрицы были тобой, Пимика. Первый и последний. О, Боже. А теперь ты хочешь Сэмми. Но ты ее не получишь. Сэмми. Вместилище для души императрицы. Я должна это прекратить. Выбора у меня нет, и я смиренно принимаю свою судьбу. Сегодня я поднимусь по широкой лестнице в зал солнца, но не подчинюсь обряду и не стану новой императрицей. Тому, что я узнала, никто и никогда не поверит. Но это правда. В императрице солнца живет немыслимое зло, жаждущее вырваться за пределы Иматая. Это безумие должен кто-то остановить. Решено. Я приду в зал с кинжалом, похищенным у командующего стражей. Когда императрица поймет, в чем дело, будет уже поздно. Все, что я собираюсь совершить, я делаю ради Иматая. И все жрицы последуют моему примеру. Мой смертный час пробил. Фарфоровая ваза из Сацумы. Вероятно, период Эдо.
Эти ублюдки направляются к тебе. Мы задерживали их сколько могли. Спасибо, Рейвис. Садитесь в катер. Если я не вернусь... Мы не уйдем без тебя. Мы будем ждать.
Сэмми. О, Сэмми. Слава богу. Лара, что происходит? Я здесь. Все кончилось. Все хорошо. Все хорошо. Ты спасла меня. Я верила. Я ведь обещала. А теперь домой. Это Лара! С ней Сэмми! Она справилась. Думаю, она поправится. Что там было? Все кончено. Можно плыть. Ладно, давайте убираться отсюда. Я была так слепа, так наивна. Много лет я обижалась на своего отца, сомневалась в нем, как все остальные. Но он был во многом прав. Жаль, нельзя сейчас сказать ему об этом. Все суеверия и выдумки не более чем фантазия, так мне раньше казалось. Но грань между реальностью и мифом порой так тонка. Мне нужно во всем разобраться. Я должна понять. Холодного мангового спеца. А мы с Алишей сразу же пойдем в пиццерию. Вам что-нибудь нужно? Я не знаю, что случилось на том острове, но глядя на ваши раны, и знать не хочу. Ладно, скоро будем дома. Я еду не домой.
Thank you.